Графический дизайнер Сантош Палансивеми из индийского города Катагири сделал невероятное фото, запечатлев слонов, которые щипали траву на крутых склонах горы. Женщина рассказала, что отправилась на природу, чтобы наблюдать за птицами, но по пути заметила 11 слонов, которые ели траву на крутых склонах горы. По ее словам, слоны цеплялись за края скалы, словно козы. При этом она отметила, что видела подобное мастерство слонов не в первый раз, однако прежде не смогла сделать хорошее фото из-за плохой погоды. О братьях наших меньших в рубрике «Уши, лапы, хвост». Сейчас умилительными фотографиями животных в модных костюмчиках становится все труднее удивить. Но столетия назад Гарри Уиттерфрис вызвал настоящий фурор фотокарточками пушистых малышей. Особенность его работ в том, что все главные герои переодеты в человеческую одежду и на снимках занимаются человеческими делами. Вдохновение пришло к Гарри на одном из семейных праздников, когда сделанная из бумаги шляпка упала со стола и приземлилась на голову кошки. С того момента молодой фотограф полностью посвятил себя делу. Его мать всячески помогала ему, шила для животных специальные костюмчики. Больше всего Гарри любил фотографировать котят, потому что считал их самыми артистичными. Но работать с ними было довольно тяжело. Малыши все время отвлекались на звуки и посторонние предметы, поэтому только около 30% кадров получились удачно. Животных Гарри чаще всего брал у соседей и из зоомагазинов. Обязательным условием должен был быть их возраст, не больше 3 месяцев. Котята были любимцами фотографа, но щенят, поросят и кроликов он внимания не обделял, несмотря на то, что они не так подходили для человеческих ролей, а свинки к тому же все время моргали и визжали. Гарри Уиттерфрис прославился за счет того, что продавал свои фотографии издателю открыток, и разлетались они как горячие пирожки. Его работы печатали на календарях, в книгах, рекламных материалах и статьях для журналов Woman's World и Child Life. А позже он стал писать детские сказки про животных и иллюстрировал их своими снимками. По словам фотографа, эти необычные фотографии реальных животных были возможны только благодаря терпеливой, безотказной доброте со стороны фотографа в каждом случае.